الصلاة الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые братья, наш месяц Рамазан уже подходит к концу, последние дни остались. Но есть большая надежда, что эти дни, что в эти ночи именно кроется ночь Лайлатул Кадри, про которую сегодня хотелось и рассказать тоже. И поэтому, чтобы не упустить те воздаяния Всевышнего Аллаха, которые обещаны за бдение, за выстаивание, за чтение Корана, и проведение этой ночи в поклонении, хочется об этом рассказать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отмечая важность этой ночи, сказал хадисе, который передал имам Бухари, Муслим, от Абу Хурайры, радиаллаху анху: «Ман кама лайлата л-кадри иманан вихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замбих». Кто будет выстаивать ночь лайлата л-кадри в поклонении, веря в Всевышнего Аллаха, надеясь, рассчитывая на воздаяние от Всевышнего Аллаха, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих, Всевышний Аллах прощает ему все его прошедшие грехи. Конечно, здесь всегда приходится отмечать, что речь идет о маленьких грехах. О больших грехах, если совершил человек, ему, конечно же, персонально сделать таубу, покаяние. Если у кого-то что-то украл, обидел кого-то, конечно же, попросить прощения. Эти моменты тоже надо, конечно же, учитывать. Аиша радиаллаху та'ала анха рассказывает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда наступали последние дни и ночи месяца Рамазан, он будил своих жен для того, чтобы они проводили ночь в поклонении, чтобы совершали намаз, и сам усердствовал в этом, и как бы заворачивал свою постель, убирал для того, чтобы все эти последние ночи проводить в служении Аллаху. Вообще говоря о ночных поклонениях, к этому побуждает Всевышний Аллах и в Коране не только именно в эту ночь, священную ночь месяца Рамазан, с Лайлатул Кадри, месяц Рамазан, будь то любые дни и ночи, которые ежедневно мы живем. И на это указывает пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он стоял ночами, совершая дополнительные желательные посты. И Айша, радиаллаху анха, говорит: когда я увидела пророка, саллаллаху алейхи вассалям, таким, я спросила его у него: «О посланник Аллаха, ведь тебе прощены все твои грехи, предыдущие и настоящие, и так, которых у него не было, этих грехов. Как бы зачем ты вот так себя утруждаешь до такой степени, что у него опухали ноги, выстаивать, настолько долго стоял в поклонении Всевышнему Аллаху?» На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Афаля акуну абдан шакура, разве я не буду рабом благодарным Всевышнему Аллаху за те блага, которыми он нас наделил?» То есть благодарность Всевышнему Аллаху пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не только лейлатул кадри, не только ночи месяца Рамадан, а вообще любые ночи тоже вот так проводил поклонение. Далее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит хадисы, который передал имам Муслим, от Абу Хурайра, радиаллаху анху: «Афдалу сиями ба'да Рамадан шахруллахи л-мухаррам, ва афдалу салати ба'да фаридати салату л-лейли». Более почтенным месяц держать пост после месяца Рамазан является месяц Аллаха, месяц Мухаррам, и более почтенный намаз после фарза, более которого воздаяние это есть, это салату л-лейли, это ночной намаз, то есть встать ночью до наступления утреннего времени намаза, совершить омовение,
совершить двухракатный суннат намаз, об этом намазе говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это не только в эту ночь, это представьте себе, каждую ночь такая у нас возможность есть, такие воздаяния идут. А представьте себе, именно месяц Рамазан и именно ночь Лейлатул Кадр, какое огромное за это будет воздаяние. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды рассказывал своим сподвижникам о человеке, жившем до них, о человеке из племени Бану Исраиль, о любимце Аллаха, который днем проводил, дни проводил на священной войне, дни проводил постясь, ночи проводил в бдении, служении Всевышнему Аллаху. И у него был карамат такой, что когда он хотел кушать, Всевышний Аллах сделал так, что между зубами выходило мясо, и он ел. Если он хотел воду, точно так же. И он провел таким образом, поклоняясь Всевышнему Аллаху, проводя ночи в бдении, сражаясь на пути Всевышнего Аллаха, 1000 месяцев. И после этого сподвижники, услышав об этом человеке, какое он огромное дело делал, такие воздаяния от Всевышнего Аллаха получил, они чуть-чуть опечалились, что они не смогут достичь того же. 1000 месяцев, это же еще и прожить нужно, еще 83 года, 4 месяца получается. Мы столько, даже редко кто живет столько лет, а столько лет проводить поклонение Аллаху, на пути Аллаха, кому это достанется? Они как бы опечалились, и в это время ниспослалась сура, где Всевышний Аллах говорит: «Бисмилля рахман рахим, инна анзалнаху фи лайлатин кадр, ва ма адрака ма лайлатул кадр, лайлатул кадр хайрум мин альфи шахр». Садакаллаху азим. Что мы, Всевышний Аллах говорит, что Коран ниспослан именно ночь лайлатул кадр. Ниспослан каким образом? Ниспослан на первые небеса, полностью Коран, и оттуда на нижние небеса этого мира ниспослан. И оттуда в течение 23 лет, смотря какие жизненные ситуации были, пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, аят за аятом потом не спасывался. Лейлатул кадри хайру мин альфи шахр, Всевышний Аллах говорит, смысл которого: поклонение в ночь Лейлатул кадри выше степенями, чем поклонение 1000 месяцев в другое время. Другое время, в котором нету этой ночи. То есть с этого асхабы тоже поняли, что то поклонение, которое тот любимец Аллаха из предыдущих общин делал Всевышнему Аллаху в течение 1000 месяцев, то есть в течение 83 лет и 4 месяцев, поклонение в ночь Лейлатул Кадр выше, чем это степенями. Посмотрите, какое огромное воздаяние, какая милость от Всевышнего Аллаха для нас, которым у нас есть возможность получить это. Не прожив столько лет, не проведя столько времени нашей жизни поклонения Аллаху, просто чтобы наше поклонение совпало с ночью Лейлатул Кадр и получить такие огромные воздаяния. Тогда, конечно, сподвижники обрадовались. И, конечно, и мы сегодня тоже рады. И мы тоже сегодня стараемся, чтобы поймать эту ночь, чтобы совпало наше поклонение в эту ночь, и чтобы не упустить это совпадение. Конечно же, самый легкий способ – это все 10 последних ночей проводить поклонение Всевышнему Аллаху. Все равно одна из этих ночей совпадет с ночью Лейлатул Кадр, и, иншаллах, то огромное воздаяние получить у нас, конечно же, есть шанс тоже. Вот. Поэтому и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как вначале сказал: «Ман калма лейлатул кадр иман вахтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин замби». Кто будет устаивать ночь Лейлатул Кадр и будет надеяться, что именно убежденно, веря Всевышнему Аллаху, что он даст ему за это поклонение воздаяние тоже огромное, ему прощаются все грехи. Это большое благо, прощение наших грехов. Еще о величии этой ночи говорит такой хадис, который передает имам Аль-Байхақи в книге Шуабул Иман. Когда, говорит, наступает ночь Лейлатул Кадр, Всевышний Аллах повелевает Джабраилу, малайку Джабраилу, алейхиссалам,
вместе с ангелами, чтобы они спустились на землю, и у них будет зеленый флаг. Этот зеленый флаг они ставят на Каабу, и у Джабраила есть два крыла, которые он не раскрывает, кроме как в эту ночь. Он раскрывает эти два крыла, размер которых покрывает восток и запад, и обходит всю землю вместе с этими ангелами. И они в эту ночь дают салам каждому сидящему, каждому поклоняющемуся в эту ночь человеку, мусульманину, каждому стоящему, каждому сидящему, каждому человеку, который проводит чтение, будь то Корана, будь то других упоминаний Аллаха, делая зикру. И они, самое, посмотрите, что есть в эту ночь еще для нас, это они «юамминуна аля дуаихим». Эти ангелы делают дуа, то есть делают, говорят «амин» на дуа людей, которые делают дуа в эту ночь. Мы обращаемся ко Всевышнему Аллаху с нашими чаяниями, с нашими надеждами, с нашими просьбами. На это эти ангелы делают, говорят «амин». «Амин» — это же мы знаем, что такое. Да примет Всевышний Аллах, прими Всевышний Аллах. А сказано, что это дуа ангелов для нас, которые не только «амин», еще их не дуа ангелов нам бывает. Аллаху магфирлаху вархамху, как в других хадисах об этом сказано. О Аллах, прости его и помилуй. Наши дуа Всевышний Аллах может не принять, потому что может, у нас есть причины на это. Грехи есть, может у нас одежда на нас не халялная, может у нас пропитание чуть смешано здесь, харамного тоже. Есть причины, которые не принимаются дуа. Но ангелы, они безгрешные. Их не дуа Всевышний Аллах принимает. Поэтому мы просим Аллах, малайки говорят амин, и иншаллах. Очень огромная, большая надежда на то, что Всевышний Аллах примет наши дуа тоже. Поэтому, конечно же, эти ночи проводить поклонение, просение прощения Всевышнего Аллаха и просить, конечно же, за себя, за родных, за всех мусульман, за умму Мухаммада, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И далее, когда наступает время рассвета, завершается эта ночь, взывает Джабраил алейхи салам ангелам ар-рахилу, ар-рахилу, то есть в путь, возвращаемся обратно. И все ангелы, они уходят, они спрашивают у Джабраила алейхи салам: «О Джабриил, фамазасана Аллаху фи хаваджи муъмин», а что сделал Всевышний Аллах, как поступил Всевышний Аллах в нуждах мусульман из уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салам? И Джабраил алейхи салам отвечает: «Назар Аллаху илейхим фил лейлати фаафа анхум ва гафара лахум илля арбата». Всевышний Аллах посмотрел на них своей милостью и простил их грехи, кроме, говорит, четырех категорий людей. Мы об этом в начале месяца говорили, для того чтобы, если кто-то подпадал в эту категорию этих четырех людей, чтобы мы от этих категорий вышли, избавились, чтобы месяц наш прошел поклонение принято. И сейчас тоже последние ночи, которые остались вместо Рамазана, где еще есть надежда, то, что еще вот эти несколько дней, которые прошли, не было Лейлатул Кадр, еще она предстоит впереди. Если кто-то из этих четырех категорий есть, сейчас запомним, я буду перечислять, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Этот вопрос тоже уже асхабы задали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Так, кто же эти люди, о посланник Аллаха? И пророк уже сам начал перечислять этих людей. Это мудминул хам, первая категория людей, которые постоянствуют в принятии алкоголя, будь то вино, водка и так далее, или наркотическое, тоже нет разницы. Все, что одурманивает. Вторая категория людей – акун ли валидайхи, это люди, которые ослушиваются своих родителей. Третья категория – это катиу рахимин, это люди, которые не поддерживают родственные отношения. И четвертая категория людей – мушахинун, это люди, которые, братья-мусульмане, которые каких-то из-за бытовых причин поссорились между собой и более трех дней не разговаривают друг с другом. Вот. Три дня как бы разрешено шариату не общаться, если обида какая-то произошла, но более трех дней это уже запрещено. И надо, конечно же, подойти, попросить прощения у друг друга. И если, конечно же, хватит мужества, храбрости, имана, человек, который не был виноват, который был прав,
и попросит прощения у такого человека, он бы, у него воздаяние больше будет. Он был прав, он не был виноват, но он попросил прощения и помирился со своим братом. Ему за это огромное воздаяние, иншаллах, будет. Вот, поэтому для себя отговорки нехорошо будет делать, типа я не виноват, он виноват, пускай он мне просит прощения и ожидать этого. Вот это четыре категории. Постоянствующий в распитии алкоголя, ослушающийся своих родителей, не поддерживающий родственные отношения и братья-мусульмане, которые не общаются между собой больше трех дней. Вот если кто-то из нас есть из этих четырех категорий, конечно же, нам нужно тауба сделать, попросить прощения Всевышнего Аллаха, чтобы вот эту ночь Лейлятул Кадр, то поклонение, которое мы намериваемся делать, которое мы собираемся делать, чтобы оно было полноценно принятым. А то мы будем до утра Коран читать, намазы делать, зикру делать, дуа делать, и окажется все впустую. Почему? Потому что я своих родителей ослушиваюсь. Почему? Потому что, оказывается, я не поддерживаю родственные отношения. Почему? Потому что у меня друг есть, товарищ есть, мусульманин, с которым я не разговариваю из-за какой-то мелочи. Вот из этого положения нам нужно, конечно же, выйти, для того, чтобы получить полноценное воздаяние. И самое, одно из важных моментов тоже, Аиша радиаллаху анха говорит, она рассказывает, от нее хадис идет, она говорит, спрашивает посланника Аллаха, о посланник Аллаха, если совпадет так, что эта ночь будет Лайлятул Кадр, что я буду делать, какую я дуа буду делать? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, обучая ее, ты скажи, Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни. О Всевышний Аллах, ты прощающий, любишь прощение и прости же мне. Вот видите, мы же говорили в тот раз тоже, что каждого, у нас большинство людей будет, вот бы эта ночь совпала, я попрошу Всевышнего то-то, то-то, то-то. Но опять же, да, можно все халальное, все дозволенное, можно просить, но первая очередь, на первом месте что стоит? Прощение Всевышнего Аллаха. После прощения Всевышнего Аллаха, хоть мы будем бедными, хоть мы будем, у нас будут болезни, хоть бы какие-то у нас неудачи в этой мирской жизни есть, но у нас есть прощение от Всевышнего Аллаха, это и есть самая большая удача, дорогие братья. Уйти с этого мира с прощенными грехами, с довольством от Всевышнего Аллаха, с иманом, что может быть более счастливо для человека, чем это? И еще такой хадис хочу в конце рассказать, очень важный тоже, после всего сказанного, что пророк, саллаллаху, этот хадис тоже продает Ибн Хибан в его достоверных сборниках. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды поднимался на минбар. Он поднялся на одну ступеньку и сказал «Амин». Потом поднялся на следующую ступеньку, опять сказал «Амин». Потом еще на одну ступеньку поднялся и сказал опять «Амин». Ну, сподвижники потом спросили, о посланник Аллаха, мы видели, что ты поднимался на каждую ступеньку и говорил «Амин». Ну, какая была на это причина? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил, «Атани Джибрилу, алейхиссалам, ко мне пришел, говорит, Джибрил, алейхиссалам, в этот момент, и говорил, «Я Мухаммад, ман адрака Рамадана фалам юхфар лаху, фаабадаху Аллаху Та'аля, факульту Амин». Кто, Джабрил, алейхиссалам, говорит, о Мухаммад, кто достиг месяца Рамадан, и Аллах не простил ему его грехи, да отдалит его Аллах. И я сказал, говорит, амин. Вот так напрашивается вопрос, какая его вина, и Аллах его не простил. Единственная причина может быть непрощения этого человека, то, что он не просил прощения Всевышнего Аллаха. Больше другой причины не может быть. Просто прошел этот месяц, как сказать, человек, не задумываясь, какой же это великий месяц, мы же видим на улице тоже, с сигаретами люди ходят, молодые люди ходят, у которых здоровье есть. И Аллах, если его не простил, кто виноват? Сам же виноват. Амин, говорит, да отдалит его Всевышний Аллах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, амин сказал. Потом, второй раз, когда амин сказал, причину пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает, потом, говорит, мне Джабрил сказал, «Ман адрака валидайхи ау ахадахума фадахаля нар фа абадаху Аллаху Та'аля факульту амин». Кто достиг, говорит, своих родителей, то есть он увидел своих родителей, или же одного из них, то есть они старые родители у него были, или же
один из них, или мать, или отец, и он зашел, говорит, этот человек в ад, да отдалит его Всевышний Аллах. Я сказал амин. Опять же вопрос. Родители были со мной, пожилые родители со мной жили, и я попал в ад. И как я, как, в чем моя причина? Опять же, единственная причина может быть то, что я не послушался родителей, не проявлял к ним добро. И ведь сказано же, хадис тоже в другом, что рай находится под ногами матерей. Значит, я эти ноги, то есть рай, который при мне, при моем жизни был, я его не использовал. Ничего хорошего матери не сделал, значит. Однажды один шейх был, такой большой алим, любимец Аллаха, и его мюрид говорит: «О, мой шейх, я вас увидел, говорит, во сне, и я увидел вашу бороду, светящуюся, как вот жемчужами полная, говорит, вашу бороду видел, говорит, светящуюся». Он что-то задумался и подумав сказал: «А, говорит, я, говорит, вчера поцеловал ноги своей матери, говорит, наверное, из-за этого, когда он целовал ноги, борода же коснулась его ног, из-за этого, говорит, наверное, ты такой сон видел». Понимаете, видите, какое уважение к своим матерям, родителям. Поэтому об этом тоже нельзя забывать. И третье, амин, который пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман зукирта индаху фалам юсалли алейка фабаадаху Аллаху тааля факульту амин». Когда тебя упомянут, то есть имя пророка саллаллаху алейхи ва саллям скажут, скажем, да, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям скажут, и не прочитал, говорит, кто-нибудь тебе салават за это, когда он услышал имя твое, то да отдалит его Аллах, тоже сказал. Я сказал амин, говорю. Это тоже момент очень важный, уважаемые братья, потому что бахилун же, пророк саллаллаху алейхи ва саллям в другом хадисе говорит, жадный тот человек, рядом с ним упомянули меня, а он мне не прочитал мне салават. Поэтому салават, если даже громко не читать, шепотом хотя бы сказать, имя пророка саллаллаху алейхи ва саллям услышали, саллаллаху алейхи ва саллям, сказать очень желательно. Видите, под какой дуа мы попадем, если не будем так говорить. Об этом тоже помнить очень хорошо будет нам. И вопрос, который, например, какую же ночь вместо последних 10 дней Лайлатуль Кадр находится, ну, мы уже все, наверное, сами знаем, последние 10 дней раз, последние нечетные дни, нечетные ночи два. И есть еще хадис, который сказан последние 7 дней тоже, 7 ночей тоже сказано. Вот поэтому я говорю, что еще хоть несколько дней уже прошло, еще есть надежда, что эта ночь не прошла. Самый большой признак того, что эта ночь была Лайлатуль Кадр, самый большой и самый, который любой человек может увидеть, это рассвет солнца. Рассвет солнца, мы все знаем обычно, какой он красный бывает, лучи солнца бывает. Этот рассвет бывает, красным не бывает, и лучи солнца тоже не видно бывает. Я видел видео, где с одной точки снимали, наверное, каждую ночь этого последних 10 дней месяца Рамазана, наверное, снимали, съемка была, и все до предыдущей съемки солнца, рассвета, ну, были обычные, которые. И именно как в хадисах сказано, был такой рассвет тоже. Солнце было не красное и не было от него лучей. Дай Аллах нам тавфик, помощь провести эти последние дни тоже в бдении, поклонении Ему, попросить прощения всех, кого мы обидели, начиная с родителей, родственников, друзей, и чтобы Всевышний Аллах принял наши дуа, простит за нас своих самих близких, родных, за всю умму пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Алхамду лиллахи Раббил аламин. Ас-саля. الصلاة الجامعة